второй коробки по обстановке. В связи с террористической угрозой, есть ли какие-то опасения от поездки в Париж? Вообще, какое настроение в этом плане? Что касается первого вопроса, то количество новых нападающих меня не предопределяет количество игроков группы атаки, поэтому будем определяться от текущего состояния тех игроков, которые будут при подготовке к Евро. Что касается, соответственно, вопроса безопасности, то мы уверены, что принимающая сторона делает все необходимое для того, чтобы безопасность обеспечить. Меня лично, я не опрашивал всех игроков команды, но, по крайней мере, в команде об этом быстренько говорят, и мы все уверены, что служба безопасности сработает максимально эффективно. Спасибо.